Вот наши знаменитые Луганские водопады. Три водопада. Это самый большой водопад, высотой от 80 до 100 метров. Это водопад Тубот. Вот этот водопад, который посередине небольшой, это водопад Арани. И вот этот водопад, который крайне слева, это водопад Итля. Это водопады названы в честь вот этого села Итля. Это водопад назван в честь этого селения Арани. И это водопад река Тубот. И вот то, что мы видим, вот это ущелье, каньон, это каньон Цолок. Если прямо спуститься по каньону, мы можем пройти прямо в Шамильский район. А справа от нас находится селение Хунзах. Мы с вами чуть попозже поедем и туда. Дорога не утомляет вас? Отличная дорога. Шикарная, да. В итоге они решили, что они пойдут под власть царской армии, и здесь стоял гарнизон царской армии. Но до этого здесь первое атаку и нападение на Хунзах сделал первый имам Дагестана Гаси Магомед. Атака, практически Хунзах был захвачен. Здесь властвовала такая была женщина, звали ее Бахубике, княгиня Бахубике. И когда Хунзах практически был захвачен, она выскочила на балкон со своими женщинами, сняла платок и начала кричать: если вы Хунзах, то не можете защитить Хунзах, мы, женщины, защитим этот Хунзах, вы идите нянчить детей. Оскорбленные этим Хунзахом пошли в контратаку, вывели отсюда мурида Гази Магомеда. И говорят, что, я не знаю, насколько это правда, в этом бою имам, на тот момент он был наибом Гази Магомеда, наиб Шамиль, был окружен вокруг домов. И Хунзахи хотели сжечь этот дом из Исы. За него заступился местный имам мечети Хунзаха, и его отпустили. Вторым имамом, после первого имама Гази Магомеда, вторым имамом становится Гамзатбек. И Гамзатбек делает опять атаку на Хунзах и захватывает Хунзах. Там сам, да. И он захватил этот Хунзах и восел в этом княжеском доме. И когда пленную Бахубике привели к нему, она его всю словом оскорбила, и сзади, который стоял Мюри Дробнаиб, Гамзатбек отрубил ей голову. Сыновья были убиты, Гамзатбек практически уничтожили этого Бахубике. Хунзахцы были очень озлоблены на мюридов, на наиба Гамзатбека, отвели ему кровную месть. И когда один раз он собирался на пятничный намаз в мечеть, его предупредили, что Хунзахцы готовят путь и его готовят к покушению. Что он туда не ходил, но он сказал, что от улицы Всевышнего, и он туда пошел. Когда он зашел в мечеть, один из хунзахцев, которого звали Осман, это был молочный брат хунзахских сыновей, он сказал: хунзахцы, почему вы не стоите, когда заходит имам? Это был команда к атаке. Первым же выстрелом Осман убивает Гамзатбека, имама Дагестана. И, естественно, сразу Османа тоже убивает. И хунзахцы выгоняют отряд Гамзатбека с Хунзаха.
Ты сказала в понедельник, пойдем разом на неделю. Я пришел, тебе нема. Підманула, підвела. Ты же меня підманула, ты же меня підвела. Ты же меня молодого с ума разума свела. Ты сказала, что во вторник поцелуешь раз в 40. Я пришел, тебе нема. Підманула, підвела. Ты же меня підманула, ты же меня підвела. Ты же меня молодого с ума разума свела. Ты сказала, у середу пойдем разом. По череду я пришел, тебя нема. Підманула, підвела. Ты же меня підманула, ты же меня підвела. Ты же меня молодого с ума разума свела. Я ж тебе підманула, я ж тебе молодого с ума разума свела. Ты же меня підманула, ты же меня підвела. Ты же меня молодого с ума разума свела. Ай-яй-яй-яй. Спасибо.